Добрый день. Представьтесь и расскажите, пожалуйста, кого вы косплеите. Я представляю наш замечательный стенд по «Звездным войнам» Ситхи Легенды. И косплею я оригинального персонажа, созданного мной самой, по своему образу, в своей голове. Вообще представляю ситха-воина из вселенной Star Wars The Old Republic, компьютерная онлайн-игра. Какие у вас здесь конкурсы? Что у вас здесь интересного проводится? Мы представляем на этом фестивале маленькую часть нашего стенда, но у нас очень интересные конкурсы, такие как настольная игра, пазл и разгадать кодекс ситхов, который нарисован на наших настенных табличках. Сколько у вас заняло создание образа? Конкретно моего? Я очень-очень скрупулезно отношусь к своему внешнему виду на фестивалях, поэтому где-то 2-3 месяца на все это уходит, потому что материалы, ткани, и вообще, как это будет выглядеть, пока ты красишься перед зеркалом и смотришь, здесь лучше, а вот здесь, например, нет, и снова все стираешь, заново все красишь, в общем, очень-очень муторно. А вы еще кого-то косплеили, или это у вас первый косплей? Нет, у меня было 2 замечательных косплея. По вселенной Ведьмака я косплеила Йеннифер, и по вселенной Dragon Age я косплеила эльфийку. А какие-то костюмы дома остались? К сожалению, остался только по «Звездным войнам». У меня их, кстати, 2. Один недоработанный, второй, вот, который представлен на мне. Остальные я распродала, потому что, так получилось. Каждому косплееру нужна какая-то финансовая выручка, потому что это все на собственных началах, так сказать, на энтузиазме. Вы собираетесь кого-то еще косплеить? Планируете? Да, планирую. Как минимум 2 персонажей, но я пока оставлю это в секрете, если позволите. Как вам Эпикон? Как фестиваль? Так как мы здесь как-то притулены в уголке, я здесь вижу лишь малую часть представленных игроманов и просто посетителей. Самое интересное творится позади нас и в соседнем павильоне, где находится сцена. Поэтому для меня это немножко скучно, вот конкретно здесь. Но если выйти за пределы, там очень замечательно. Большое разнообразие других косплееров, интересных заманушек в виде всяких маленьких ларьков. Так что, в общем, неплохо. А вы считаете себя таким гиком? Вы что-то коллекционируете? Сложно сказать. Нет, не считаю, потому что в основном все мое время занимает работа. Так, может быть, частично всякие плакаты, фигурки, книжки. Но это не в таком большом количестве, чтобы это можно было назвать коллекционированием. А ваша любимая книга, может быть, даже игра? Да, конечно, Dragon Age. И Ведьмак. По Ведьмаку, да, у меня есть все книжки, но, знаете, я считаю, что если ты достойный гик, достойный геймер, неважно, сколько у тебя книг, сколько у тебя какой-нибудь атрибутики, все, что у тебя в голове и в сердце, это считается важным для меня. Вы бы хотели какую-нибудь себе суперспособность? Если да, то какую? Способность выглядеть всегда молодо, замечательно. Эликсир какой-нибудь изобрести. Это будет моя суперспособность. Даже из Ведьмака какую-нибудь хотели бы? Из Ведьмака. Вы знаете, там все чародейки не очень хорошо заканчивают, поэтому нет, не хочу. Поскольку вы косплеите по «Звездным войнам», во сколько лет вы посмотрели свой первый фильм по «Звездным войнам»? Вы знаете, это будет сейчас большой фурор, потому что первый фильм я посмотрела лет 6, когда мне мой папа показал еще на кассетах запись, по-моему, 3-го эпизода. И спустя много-много лет я посмотрела только остальные. И, кстати, это случилось 3 года назад. Какой у вас вообще любимый эпизод «Звездных войн»? Я очень люблю сейчас перезапуск, который выпускают 8, 7. Жду 9, конечно, с содроганием, но
все равно жду, потому что актеры, которые играют сейчас, мне нравятся гораздо больше. Мы задавали этот вопрос раньше, но какой фильм вам больше нравится, «Изгой 1» или «Хан Соло»? Мне больше нравится «Изгой 1», потому что там столько чувств, столько эмоций, продуманность просто на высшем уровне, поэтому я за «Изгой 1». А, ваш любимый персонаж «Звездных войн»? Как вы думаете? Дарт Вейдер, конечно. Мой тоже. Вам нравятся мультсериалы «Войны клонов» или «Повстанцы»? Вынуждена сказать свое большое фу-фу-фу, потому что по мультикам, по мультсериалам и вообще, в частности, по Диснею, я не очень. Может, какие-то книги по «Звездным войнам» вам нравятся? Пока, к сожалению, я не добралась до них. Такой небольшой вопрос, конечно, уже понятно, что вам больше нравится канон или легенды, но все-таки ответьте. Вы знаете, двоякое ощущение. Ну, я, конечно, люблю... Я не знаю, мне очень сложно разделиться. Канон я уважаю, против него не попрешь. Но легенды тоже неплохие, а еще мне нравятся хэт-каноны, которые ты придумываешь сам в своей голове, поэтому не могу ответить однозначно. Вы пишете фанфики? О, да. Спасибо за интересное интервью. До свидания. До свидания.